Всем привет, дамы и господа. Небольшой обзорчик очень красивых вещей, очень сочных, невзирая на то, что это слоновая кость. Обзор носит характер просто познавательно, такой развлекательный. Вот. И думаю, что очень полезный в том отношении, что почему бы вам не увидеть такие красивые вещи, для того, чтобы наш с вами опыт можно было углубить и впоследствии внедрить в нашу общую большую копилку знаний. Вдруг нам эти вещи будут являться еще, и мы сможем их отделить от каких-либо других вещей, которые не очень там качественны, потому что на первый взгляд они якобы типа на них нет цветов, узоров, но это только на первый взгляд. На самом деле богатство и убранство этих шикарных вещей не требует, в общем-то, никаких дополнительных похвал. Вот, это сервиз в количестве 12 трио. Великолепное качество сервизу, можно сказать, 100 лет. Вот, где-то примерно, может быть, 99. Не буду слишком кокетничать. Скажу, что это вот такой вот, господа, ПМР Бавария, это Егерс, смотрите внимательно в эту марку, 25-й год, не больше и не меньше. То есть он хранился давно, здесь уж ничего не скажешь, никогда не использовался. Вот такой интересный сервиз, посмотрите, здесь есть даже такое шикарное блюдо для пирожных. Вот ПМР Порцелан, это древняя немецкая контора, которая еще организовалась в конце, вторая половина 19-го. Вот, у них очень много красивых марок. Ну, в данном случае я вам показал вот на донышке, да, вот запомните. Если вы будете видеть где-нибудь вот такие марки, это признак просто величие, красоты. Вот мы эту марочку знаем давно. У нас были вазы, были там, в общем, всякие какие-то нюансы. Вот. А сейчас вот появился такой интересный сервиз. И просто с целью, просто для того, чтобы вы видели наш посыл. Вот, как кто-то когда-то сказал, спасибо большое, это очень хорошее слово, мне это нравится. Если посыл хороший, то, собственно говоря, все нормально. Вот. Так что вот такая красивая картина, слоновая, кстати, кость. Вот. Хотелось вам просто ее показать. Вот, так что обращайтесь, господа, есть еще много великолепнейших, уникальнейших вещей, которые могут быть посланы в хорошем смысле этого слова, и вы будете просто счастливы, я вам это гарантирую. Вот. Сами видите, насколько это прекрасно, насколько это практично. Вот. Так что, господа, до новых встреч, удачи вам, здоровья и мира. Всегда рады вас видеть. До свидания.